Большим удовольствием приветствую вас в новой и увлекательной роли координатора Эйва. Вы сделали еще один шаг в вашей карьере предпринимателя. Поздравляю вас! Внутренняя и внешняя красота русских женщин, тот отклик, который Эйвен находит в их сердцах, укрепляет наше стремление развиваться на косметическом рынке России и делать жизнь женщин лучше, ярче, интереснее. Наша компания особенная. Большинство работающих в ней – женщины. И работаем мы во благо женщин. Стремимся, чтобы они были красивыми, здоровыми, финансово независимыми. Наша компания – огромная международная корпорация, которая объединяет более 140 стран мира. Это признанный лидер в индустрии красоты среди косметических компаний. Эйвен является основателем метода прямых продаж, который вот уже 120 лет доказывает свою эффективность и прибыльность всему миру. Именно поэтому успешный опыт Эйвен преподается в ведущих экономических университетах. Эйвен – это законодатель моды в косметологии, который не только продает, но и сам производит продукцию. При помощи новейших технологий в лабораториях Эйвен создаются уникальные средства. Яркий пример – омолаживающая серия Эйню, которая пользуется огромной популярностью среди женщин. В 2007 году ароматы Christian Lacroix Rouge и Christian Lacroix Noir от Эйвен получили признание компетентного международного жюри на конкурсе «Аромат года 2007». По результатам голосования жюри в лице известных парфюмеров и дизайнеров, эти ароматы стали победителями и были признаны лучшим мужским и лучшим женским ароматами в номинации «Прет-а-порте». По оценкам экспертов, Эйвен признана лучшим работодателем. Здесь работают талантливые люди, и это сотрудничество длиною в целую жизнь. Президент компании Эйвен Андреа Джанг входит в десятку самых влиятельных и успешных женщин, руководителей в мире бизнеса. Эйвен – это социально ответственная компания, которая не просто заявляет о своей ответственности, а делает конкретные дела. Благотворительная программа Эйвен «Вместе против рака груди» собирает и вкладывает миллионы долларов в здоровье российских женщин. Это философия Эйвен, которая воплощается в нашей ежедневной работе. Мои личные ценности полностью совпадают с ценностями Эйвен, и я горжусь, что я работаю в этой компании. Россия для меня не просто страна, куда я приехал работать уже второй раз. Это богатейшая культура и история, которой я не перестаю интересоваться. Это люди, близкие мне по духу. Это команда, вместе с которой мы будем стремиться к лучшим результатам. Вы присоединяетесь к команде победителей. За последние несколько лет компания Эйвен Россия получила два раза подряд наивысшую награду среди компаний Эйвен стран Европы, а также кубок президента корпорации Эйвен. И, наконец, дважды в 2002 и 2003 годах была удостоена самой престижной и высокой всемирной наградой «Пламя Эйвен». «Пламя» служит напоминанием, что мы не забываем о нашем наследии и освещает дорогу в будущее. Подтверждением это является наша новая рекламная концепция «Hello Tomorrow». В России выражением этой концепции стал слоган «Улыбнись новому дню». «Hello Tomorrow» – это новый облик Эйвен, яркий, стильный и динамичный. «Hello Tomorrow» – это новые перспективы, смелые планы и уверенный взгляд в завтрашний день. «Hello Tomorrow» – это заявление компании Эйвен о том, что мы всегда будем преданно заботиться о будущем наших представителей и координаторов. «Hello Tomorrow» – завтра начинается уже сегодня. В России Эйвен – молодая компания, впереди большие задачи и грандиозные планы. И связаны они с вами, новыми координаторами и новыми представителями. Вы – лицо компании. Ваша задача – набирать и обучать представителей профессионально работать с клиентами. Вы всегда должны быть для них примером, чтобы ваши представители гордились тем, что работают с вами, и гордились тем, что сотрудничают с уникальной компанией, компанией Эйвен. Как и Эйвен, не бойтесь ставить себе высокие цели, и вы их обязательно добьетесь. Как и Эйвен, храните традиции и идите в ногу со временем, и вы всегда будете впереди. Как и Эйвен, стремитесь быть лучшими, и успех к вам без сомнения придет. We'll be right back.